Меня зовут Катрин Костай, я мама пятерых сыновей, бизнес-коуч, диджитал-инфлюенсер, также топ-лидер компании Atomy в Казахстане. Меня пригласили в компанию Atomy, и я сразу почувствовала, что здесь будет успех. Компании не было на рынке Казахстана, но я поверила в это как венчурное предприятие. О компании Atomy я узнала от своей однокурсницы, от Мики. Она сейчас в компании StarMaster. Я поверила в компанию. Было такое ощущение, что действительно все сложится и за этим будущее. Так оно и случилось. К рангу топ-лидера я шла 1,5 года. Полгода я работала просто на голом энтузиазме, так как страна была не открыта, но понимание и ощущение того, что за диджитал-платформой будет будущее, было. Нет, сейчас абсолютно не нужно это делать. Сейчас все очень классно, потому что есть все. Есть сайт, есть логистика, есть каталоги, есть продукция. Сейчас гораздо проще достигать успеха. В первую очередь это команда. Я никогда не общалась с таким большим количеством людей, интересных людей, позитивных людей. Конечно же, продукция. Я ее люблю, покупаю. У меня полностью вся семья пользуется продукцией и все мои родственники. И понимание, что за этим будущее. У меня колоссальные планы на компанию Atomy. Я верю в успех, я верю, что я дойду до очень высоких рангов. Изменение своего будущего, будущего своих детей в лучшую сторону. Я уверена, с компанией Atomy все возможно. Нет, это был абсолютно несложный путь. Все прошло как-то играючи, все прошло в обычных простых действиях, которые привели к такому результату. Многие женщины не могут позволить себе работать на полную ставку. И я считаю, что это самый лучший путь, когда ты можешь уделять время семье и развиваться в компании. С моей командой мы одно целое, мы работаем на одной волне, проводим семинары, тренинги, встречи, обучение. Это все очень мотивирует и сплочает. Во-первых, я блогер, диджитал-инфлюенсер. Это мне помогает вести социальные сети, коммуницировать с еще большим количеством людей. Также я бизнес-коуч, что дает мне возможность видеть все подводные камни в общении с людьми, в коммуникациях и в развитии их как личностей. Я прошла путь в компании Atomy и знаю, как достичь хороших результатов. Своих партнеров я проведу по этому пути, чтобы вам было комфортнее, безопаснее, приятнее и успешнее. Если вы хотите улучшить свое благосостояние, реализовать все свои мечты, улучшить свое здоровье и качество жизни, общаться с успешными людьми и быть всегда в потоке, я жду тебя в своей команде. Вместе мы придем к успеху.